Всем привет! После летнего сезона начал убирать лодку и хочу показать, как легко и просто ее сдувать и надувать в условиях гаража, используя вот такой пылесосик. У меня Керхер. Погнали! Не знаю, кто засек время, в течение скольки минут, секунд я ее сдул полностью. То есть осталась одна сумка, которая, к сожалению, не сдувается. Таким же образом можно весной накачивать. То есть понятно, что не полностью, но давление набить лучше всяких улиток. В пылесосе есть второе отверстие, откуда он выдувает сзади. Не знаю, может быть, у кого-то нету таких пылесосов, но у меня вот тут он втягивает, тут вытягивает. То есть шланг переставляем и накачиваем точно так же в течение, не знаю, 3 минут всю лодку полностью. Все, всем спасибо, пока.